На пирс Лаэсовский гулять ушли наши дети. Вот это внучка питерская Поля, это внучка сосновоборская Оля, это Лаэс-1, это Лаэс-2, это там градирня Новая Лаэс. Сейчас звоню. Сказали, это внучка Маринка сосновоборская. Сейчас звоню, сказали, что продрогли. Они там хорошо видно. Лаэс, все блоки. Что они продрогли там немножко. Я же пишу, я же этот клип пишу, зная, в общем, что любовь. Дар прекрасный, ведь опять Маринка. Никогда никто понять не сможет. В мире ни в одном университете. Потому что к видению связи общего этот зять Алексей Григорьев питерский. А, так это кто у нас, Наташа или Надя? Невестка или дочка, не пойму. Вот то, что там сын Алексей, это точно. Сейчас посмотрим. Потому что, а вот сын Алексей, потому что к видению связи общего и частного на деле. Вот сюда вот приходят корабли, которые привозят крупногабаритное оборудование для ЛАЭС. Вот реакторы сюда привозили, корпуса реакторов, естественно. Потому что к видению связи общего и частного на деле людям, а это значит невестка Надя, жена сына Алексея, а где же Наташа-то не видно, дочка, людям в мире всем природой. Вот они как тут их. А вот это, наверное, Наташа их снимала далека кучкой. Людям в мире всем заказана дорожка. Это Маринка. На самокате туда поехала. Вот опять внучка Поля, невестка Надя. Это значит у нас Устерики Каваш. Это они зашли погреться в кафе. Там у пирса кафе. Вот Устерики Каваш. Течет река Каваш. Там вот дальше гаражи, где гараж моего сына. И свата. Это вот городской пляж. Вот здесь вот Каваш впадает в Финский залив.